во всех инстанциях заявителю было отказано в политическом убежище, может ли он вновь обратиться за политубежищем по другим основаниям? Как в этом случае будет проходить рассмотрение? Если заявителю на политубежище откажут, его в обязательном случае депортируют. Как это происходит? Какие варианты еще могут быть? И что можно в этом случае предпринять? Приведите, пожалуйста, примеры истории в общих чертах, без имен и фамилий, на основании которых представлялось политубежище. Какие доказательства предъявлялись в подтверждении этих историй, по каким основаниям, раса, религия, национальность, политические взгляды, больше всего одобрения, по каким больше отказов на интервью, исходя из практики. По каким основаниям обращаются чаще всего? Преследование предпринимателей силовиками с целью отъема бизнеса или устранения как конкурента, попадает ли под политубежище? Заранее спасибо. Окей. Если было отказано во всех инстанциях, иногда люди просят открытие дела снова. Если появились какие-то новые факты или, например, новый источник преследования. К примеру, человек подавал по религиозному преследованию, отказали по всем категориям, а потом поменял сексуальную ориентацию, к примеру. И пошло все опять сначала, или вдруг какая-то новая информация поступила из их страны о том, что как бы начались какие-то новые преследования. Тогда можно просить кейс reopen. Иногда, то есть по таким причинам иногда просят все начать сначала. Если, например, это был не семейный человек, а потом женился или вышел замуж, то по идее можно просить согласие прокурора иммиграционного совместно открыть дело для того, чтобы разрешили воссоединение семьи. Что происходит? То есть происходит как бы целый ряд всяких процедур, которые в основном занимается этим адвокат. То есть это никто сам это не делает, то есть там целый ряд бумаг заполняется, и идет работа с прокурором иммиграционным, чтобы открыть все сначала. Если какие-то более, как бы, есть ли какие-то категории, по которым лучше всего подавать? В принципе, нет. То есть главное, чтобы были основания для какой-то из категорий. То есть не имеет значения, вы идете по религии, национальности, политике, сексуальному меньшинству. Нет такого, что у вас больше шансов по одной категории или по другой. Главное, чтобы вы вписывались в ту категорию, которую вы выбрали, чтобы у вас были доказательства и убедительная история. Нет такой категории, по которой больше всего, чаще всего обращаются. Я бы сказала, что, наверное, по политике меньше всего обращаются. Особенно сейчас, как бы, люди, которые, ну, тяжелее всего доказывать, это люди, которых преследуют на очень высоком уровне уже. То есть я бы сказала, что больше всего обращаются по религии, по национальности. Например, вы одной национальности, а приехали из страны, как бы, с другой страны. И по сексуальному меньшинству здесь у нас в Калифорнии. Вот, по всем остальным, как бы, вопросам меньше. То, что связанное с бизнесом, отъемом бизнеса, ну, как бы это слабые кейсы, и как бы их очень тяжело тоже доказывать, если это только вопрос бизнеса, коррупции и так далее. То есть бывают случаи, когда люди получают статус, но это более убедительно, если пытаются отобрать бизнес, например, из-за национальной принадлежности, из-за вашей религии, которая отличается от основной религии, или из-за ваших политических взглядов. Светлана, вопрос есть, там человек, ну как бы он рвется задать вопрос, значит он придумал схему, как попасть в США, при том, что визу не дают. Он говорит, вот я приеду на остров Гуам, куда не требуется виза, а там уже, поскольку это территория США, я тогда могу подать на политическое убежище. Он говорит, ну вот есть ли проблемы в этой схеме, потому что он как-то искренне уверен, что он нашел способ попасть в США и подать на убежище, при том, что визу получить ему не удается. Ну, вообще часто задают вопрос этот, похожий на тот, который задал Михаил, а что если я не буду вообще делать визу, зачем заморачиваться вообще с любой визой, тратить деньги, время, вдруг откажут, почему бы просто не приехать куда-то и попросить на границе статус беженца? К сожалению, не предусмотрена система таким образом, чтобы как бы affirmatively, то есть как бы самому, без того, что ты пытаешься себя защитить, чтобы тебя не депортировали, просто приехать и попросить статус беженца на границе. То есть для этого система не построена таким образом. Люди, которые просят статус беженца на границе, это как бы называется defensive, то есть свою защиту, когда их не пускают по какой-то причине заехать в Штаты, тогда человек может сказать, что окей, не выгоняйте меня, пожалуйста, я не могу вернуться обратно, боюсь за свою жизнь. То есть должны быть какие-то основания, которые подходят под требования статус беженца. Есть такое credible fear interview,
которые заводят в отдельную комнату и проводят такое коротенькое собеседование, чтобы посмотреть, направить человека к иммиграционному судье для того, чтобы в суде подать на статус беженца или отправить обратно. Поэтому это дело рискованное, потому что не все могут быстро сориентироваться в не очень хороших условиях и сами пройти это собеседование, не сказав ничего ненужного, без адвоката. То поэтому есть, лучше всего этого не делать. Оказавшись в Гуаме, он фактически не оказался в США, так получается? Да. То есть, да. Он, если бы он приехал в Майами, например, это была бы не, другая история, нежели если он приехал в Гуам. Угу. И проблема в том, что люди вот этот вопрос задают, особенно как бы как перейти границу из Мексики или из Канады и попросить там статус, перейти как-то через Тигуан и так далее. Проблема в том, что засекут очень быстро, что вы это все сделали специально, но, скорее всего, наверное, какие-то люди, которые такие смышленые, которые смогут это все сыграть, но в основном как бы люди нормальные, вы не можете попросить, вы будете искать, у кого попросить этот статус. То есть там нет какого-то офиса конкретного или определенных иммиграционных работников, которые там стоят, кому вы можете подойти. То есть вам не у кого это просить. Вы находитесь на границе, а если вы начнете ходить искать, вас могут арестовать или просто реально вас не пустят и все. То есть заберут документы, отправят вас обратно. А только если вы сами пытаетесь пройти контроль паспортный, уже имея в наличии визу и паспорт, и вас не пускают, вы тогда начинаете просить, чтобы вас допустили, потому что вы не можете вернуться обратно. Иначе система не предусмотрена для подачи на статус. Угу.